До прихода в Новую Зеландию людей ее два острова, Северный и Южный, были птичьим заповедником. На них, кроме летучих мышей, млекопитающих, а значит опасных хищников, не было вовсе. Поэтому самая большая птица в истории, высоченная моа, или по-научному динорнис, чувствовала себя хозяйкой обширных земель. Ее рост вполне мог приближаться к 3,5 метрам, а весили крупные моа почти 280 килограммов. У нее, как, например, у страусов, отсутствовал киль – вырост грудины, который у летающих пернатых служит для крепления развитых грудных мышц. Но ученые считают, что когда-то, в эпоху динозавров, моа летала, так как ей нужно было спасаться от ящеров. Но ящеры вымерли, и потребность в полете отпала. Можно было мирно и безопасно жить на земле, питаясь плодами, семенами, а также листьями и ветками кустарников и деревьев. Моа была внешне достаточно невзрачна. У нее не было яркого оперения, лишь коричневое с вкраплением белых пятен. Зато были непропорционально крупные и сильные ноги для передвижения по земле, и длинная шея с приплюснутой головой и крепким, чуть загнутым клювом, чтобы срывать листья наверху и нагибаться к семенам. Размножались моа плохо. Они откладывали одно или крайне редко два яйца. Когда птенец вылуплялся, родители оберегали его от главного врага – гигантского орла Хааста, тоже впоследствии вымершего. Но стоило первым маори приплыть на острова Новой Зеландии, как титул главного врага динорниса перешел к человеку. Аборигенам было выгодно убивать моа. Одна птица давала огромное количество диетического мяса. Из крепких костей моа аборигены делали оружие и украшения, а из скорлупы – посуду. До появления человека на новозеландских островах обитало 100 тысяч птиц-гигантов. Маори заселили земли моа в 11 веке, а к началу 17-го этих птиц не осталось вовсе. Европейцы, открывшие Новую Зеландию в 1642-м, их уже не встречали. Но в 1860-м британские чиновники, размечавшие земельные участки, увидели следы гигантской птицы. Цепочка отпечатков вела в заросли между скалами по направлению к известковым пещерам, где, возможно, и закончилась жизнь последних моа, самых больших птиц в истории Земли.